Что там? Кто-то новенький есть, да? Давайте мы прострем наши руки на наших детей. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя, Отец, Осанна. Прославься в наших детях. Через их поведение, Господь Отче, через их глаза смотри, Господь Отче, прикасайся через их руки, Господь Отче, говори через их уста, Господь, проявляйся через наших детей уже в этом возрасте, Господь Отче, аллилуйя, Отец, потому что для Тебя все возможно. Ты очень часто говоришь через наших детей, аллилуйя, Отец, Осанна, пусть мир Божий, Господь, сойдет, Господь, в сердца наших детей, Господь, Твоя совершенная любовь и совершенная радость. Хвала Тебе, Господь Отче, мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, и Церковь Божия скажет аминь, аминь. Будьте благословенны. Детки, проходите. Аллилуйя. Сегодня у нас еще один человек принял водное крещение, заключил завет с нашим Господом Иисусом Христом. Елена, проходи, пожалуйста, сюда. Давайте мы поприветствуем Елену Коновалову. К нам приехала из Беларуси, но захотела принять водное крещение в нашей церкви. Для нас это честь. И сегодня утром, в 7 часов утра мы выехали вместе. В субботу, вчера мы разговаривали, так обстоятельно поговорили с Еленой. Она уже 3 месяца ходит в церковь, и у нее очень горячее желание славить нашего Господа, служить Ему и быть с Ним одним единым целым. Аллилуйя. У нас есть такая хорошая традиция, мы вручаем сертификаты о принятии водного крещения Коноваловой Елене. Вот. Дарим всегда Библию. Пусть Бог благословит, читая Божье Слово. Это кто-то также подарок, книжка. Спасибо. Пусть Бог благословит. Да, еще один цветок. Поздравляем. Это от церкви. Это от Иисуса Христа. Поздравляем. Сегодня у нас словом поделится рукоположенный миссионер в Болгарии, администратор нашей церкви Наталья Сахарова. Давайте мы поприветствуем. Аллилуйя. Я ищу рукоположенного миссионера. Я немножко расскажу о притче. Есть одна притча о виноградаре. Один виноградарь, у меня второй раз я о виноградаре говорю, да. Один виноградарь, он решил нанять людей к себе на работу и сказал, согласны ли вы работать за 1 динарий? И они сказали, да, мы согласны. И одни работники начали работать утром, потом где-то в 3 часа дня он вышел, хозяин, и пошел еще собирать работников, и тоже они пришли и продолжали работать. Потом еще одни пришли где-то в 6 часов, он вышел еще раз на улицу, стал собирать, и потом в 9 вечера еще один раз вышел, собрал, и они поработали, ну там немножко уже, пока не стемнело. И потом он всем выдал по динарию. Знаете, да, это такую притчу? Она написана в Матфея 20 главе. И говорили, эти последние, и люди, которые работали с утра, ну, естественно, они по жаре работали, они начали роптать. И говорили, эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив? Опа, у меня ушло. Или глаз твой завистлив. И он говорит, что мы же договорились с тобой утром, что я тебе заплачу динарий. Договорились. И притча-то заканчивается словами, и первые будут первые, и последние будут первыми, и первыми будут, да,
и первые будут последними. Ну, я всегда, когда слышала эту эту притчу, я говорила: аминь. Какой вот неблагодарный этот работник, который с утра работал. А, знаете, потом стала размышлять. Вот, ну, давайте представим, сейчас жарко, да? Вот представьте, что с 9 утра мы работаем на винограднике. Ну, здесь много виноградников, да? Это тяжелый труд, там, копать, подрезать, колючки. Потом приходит кто-то к 3 часам. Потом кто-то к 6, в 9 вечера, когда жара вообще спала, когда очень приятно. Проработал час, и вдруг хозяин выходит и всем выдает по динарию. Ну, можете руки не поднимать, но вот как бы вы отреагировали? Ну, да, ну, я бы... Хорошо, у нас все духовные, все хорошо. А теперь представьте, что это не один день, а неделю продолжается то же самое. А месяц? А год? А? Ну, как... Вот что испытываете? А? Нет, так с ними, да, договор же с утра. Он же с ними договорился с утра до вечера, да? А потом он каждый день выходит, новых берет. Несправедливо. Знаете, вот дело в том, что у нас у людей понятие справедливости и несправедливости совершенно разное, чем у Бога. У нас должно так, что всем должно быть поровну, да? Кто сколько поработал, столько и получил. По заслугам, правильно? Опоздал – получил. У меня тоже, ну, я не такая духовная, как вы, вот, у меня чувство обиды часто возникает, я это сразу, не сразу говорю Богу, но бывает говорю. У меня, знаете, возникало, Бог всегда меня проводит через то, что, ну, например, прихожу к 12 на репетицию, да, там эти микрофоны подсоединяю, кабели. Потом подходит кто-то через полчаса. Ну, первое воскресенье нормальное, второе нормальное. Через месяц я уже начинаю нервничать, да? Ну, вот у меня такое бывало. Потом через 3 месяца я начинаю роптать. Через полгода я начинаю нервничать еще больше. Но самое интересное, что Бог сказал, что Он... благословляет и первых, и последних одинаково. Ну, почему такая несправедливость? Обидно, знаете, я знаю, что обидно родителям, которые вкладываются в детей, а дети неблагодарные. Обидно? Или дети, которые вырастают, становятся родителями, и тут понимают, что, оказывается, их родители должны были им давать любовь, а родителям некогда было, они на работе были, да, ну, все в свое время. Обидно? Обидно. Где же справедливость-то? Я еще хочу поделиться одним местом из Писания. Мне очень нравится это место, оно про обоз. Когда Давид, царь Давид воевал с филистимлянами, он был в гонениях от царя Саула. И они возвращаются с войны, и вдруг видят, что весь их стан, жены, дети, они отвоеванные. То есть их другие там пришли, поработили и забрали в плен. И Давид молится и говорит: Господь, что делать? Бог говорит: бери и в погоню за ними ты отвоюешь своих. И Давид говорит войску своему: ребята, давайте, шашки наголо и вперед. А они говорят: мы не можем, мы устали. И
Давид говорит, давайте так, есть обоз, кто устал, все в обоз. А у кого есть силы, давайте со мной. И они догнали завоевателей, отобрали у них своих жен, детей, и написано, что помимо того, что они отобрали это, Бог их очень благословил всякими сокровищами, очень много они приобрели. И Давид, знаете, что говорит? И Давид говорит, разделите поровну между теми, кто отвоевывал, и теми, кто в обозе. Как вы думаете, что сказали его люди? Несправедливо. У царя Давида характер Бога. Да? Он муж по сердцу Бога. Давид знает Бога хорошо. Что такое обоз? Знаете, что такое обоз? Ну, он сам не движется. Это повозка, в котором обычно еда, вода. И обоз обычно где-то в тылу. То есть если идет война, впереди воины, а сзади обоз. Это место безопасности. Вы знаете, у нас здесь война, духовная война. И она идет, она продолжается. Есть место в обозе. Это нормально. Кто-то устал. Те, кто только приходят в церковь, они все в обоз. Все в обоз. Да? Мы их кормим, питаем, заботимся о них. Но потом, вот представьте, если все в обозе, если вся в церковь в обозе, да, кому вести? Должен же кто-то и вести. Поэтому обоз – это место, где ты можешь время какое-то провести. Устал, да? Пришел, сказал, слушайте, ребята, я устал, мне в обоз надо. Дайте передых, да? Ну, тогда кто-то должен выйти, да, и из обоза тоже, и дальше идти воевать. Если войны закончатся, да, то кто же будет воевать? Мы были на вечере поклонения в крепости Червен. И знаете, там вышла одна группа прославления болгарская, и там был мальчик. В общем, я так скажу, гитара была больше, чем этот мальчик. Ну, это было мило с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, на войну уже выходят дети. Слава Богу. Знаете, меня что вдохновляет, когда я вижу, как жены ухаживают за больными мужьями, да, ничего не требуя взамен. Или когда мужья ухаживают за больными женами, ничего не требуя взамен, да. Когда родители на кровати, ну, они там лежачие, и дети ухаживают за ними, да, еще молят Бога, чтобы Бог продлил дни родителям. Меня это вдохновляет, потому что эта любовь, она безусловная любовь. Мы не говорим здесь о справедливости, да, кто справедливо поступает, кто несправедливо, потому что из чувства любви эти люди делают определенные вещи. Знаете, Иисус, Он пришел на землю. Он пришел на землю. Он сделал все. Он исполнил волю Отца. Он пролил свою кровь. А помните, в Гефсимании написано, что когда Он молился, капли крови были как капли пота были как капли крови. Он сделал больше того, чем мог сделать любой человек. И знаете, Иисус ожидает от нас того же. Один брат, он сейчас пастор церкви, он говорит, я был на одной конференции, я уже эту историю рассказываю, но она мне очень нравится, с другим братом. И они ночевали где-то в номере. И вот этот брат Сергей Качанов, пастор, он говорит, я встаю утром, смотрю, у моего брата туфли нечищенные. Я свои туфли почистил, а Бог говорит, почисти его туфли. Он говорит, сейчас, я тут лежу, он тут лежит, спит, я встал на час раньше, помолился за него, за себя. Я сейчас еще буду туфли его начищать. А Бог ему говорит, почисти ему туфли.
И он говорит, я ему почистил туфли, и такая благодать на меня сошла. И я понял, вот оно служение Иисуса Христа. Иисус дает силы, Он открывает свое сил, свое слово нам. Он дает время. Знаете, если мы скажем, у меня нет времени послужить Иисусу, это неправда, Он дает время. Если вы скажете, у меня нет сил, это неправда. Потому что человеческих сил нет, но наши силы, они в Боге. Мир нуждается в нас. Но он нуждается не в моем эго, да? Он нуждается в любви Иисуса, которую мы можем пронести. Но если мы не переживем это, если мы молча не отработаем виноградники день, второй, третий, с утра до вечера, да? И не будем обижаться на Бога за то, что кто-то по часу работает и получает ту же благодать, и получает те же благословения. Через это смирение мы сможем быть проводниками Божьей любви. Я тоже часто ропщу. Сегодня тоже утром заплыла в море. Ропщу, а Бог говорит, слушай. Нет, он ничего не говорит, он молчит. И я, знаете, я думаю, слушайте, море, солнце, все так классно. Бог изливает. И знаете, когда-то мы заключили завет с Богом, и я ему сказала, Бог, что в моих силах я буду делать, и сверх сил моих тоже буду делать. И знаете, если посмотреть на жизнь, я хочу сказать, что Бог огородил со всех сторон. Если ты будешь идти, двигаться, не смотреть на тех, кто справа, кто слева, кто такой, кто не такой, Бог благословит тебя. Бог наполнит и даст силы, и даст время. Аминь. Я хочу сказать, что мы перед Иисусом в неоплаченном долгу. Мы не можем Ему воздать тот долг, который Он сделал на кресте, потому что Он отдал жизнь свою. Даже если я скажу, Бог, вот забери мою жизнь, убей, да, это ничего не принесет. Все, что мы можем, это посвятить себя самого полностью и без остатка с утра до вечера нашему Богу. И в этом благодать. Но своими силами мы не можем сделать. Вчера я услышала одну историю. Александр Шевченко, пастор церкви в Штатах, в Сакраменто, да, он поделился одной историей, которую он услышал буквально вчера, и он это выложил в эфире. Один брат в России, он в течение, наверное, многих месяцев или года, может быть, нескольких лет, молился Богу каждый вечер такой молитвой. «Боже, сколько я буду ездить на этом трамвае? Сколько я буду жить в этой маленькой комнате съемной или в квартире, я не помню. Я же служу Тебе всем сердцем, всей правдою. Я служу Тебе и постоянно». И он молился, молился, и один вечер перед сном он услышал голос. Бог ему сказал, он говорит, я буквально упал с кровати на колени. И Бог ему сказал, если ты до конца своей жизни будешь ездить в этом транспорте, в этом трамвае, если ты до конца своей жизни будешь жить в этой маленькой квартирке, неужели ты перестанешь служить мне? Он упал на колени и сказал, Господи, прости меня. Через несколько дней после этого случая он едет на том же трамвае, раздается звонок, он поднимает трубку и ему говорят, здравствуйте, вам звонят с Альфа-банка, вы выиграли машину, пожалуйста, приходите по такому-то адресу. Он говорит, ну да, сейчас только разыгрывают. И ему говорят, скажите ваш электронный адрес, мы вам вышлем что и как. Он высылает свой электронный адрес. И реально ему говорят, придите в такой-то день. Он приходит в банк, и ему говорят, вы выиграли машину.
Он говорит, а сколько? У меня есть три вопроса. Примерная цена этой машины. И он говорит, 200 тысяч евро. Он говорит, у меня еще есть вопрос. А это была какая-то карта, которую он потратил, и все, кто на определенную сумму потратил, вошли как бы в этот список, в лотерею. Он говорит, у меня второй вопрос. Сколько человек участвовало в розыгрыше? И менеджер ему говорит, 200 тысяч человек. И он спрашивает, скажите, пожалуйста, сколько человек выиграло эту машину? И он ему говорит, она ему говорит, вы единственный человек. И он говорит, я все понял. Я говорю, слава Богу, но к тому моменту я, говорит, был готов, что ни машина, ни квартира, ничего мне не могут восполнить то, что мне дает Бог. И знаете, я хочу вдохновить вас. По статистике, у 10 до 25% церкви активные, остальные пассивные. Я верю, что у нас будет 100% активная церковь. Потому что, я верю, что Иисус, Он не оставляет никого равнодушным. Аминь. Я, знаете, хотела бы помолиться сейчас за тех, кто, может быть, кто-то разочаровался, может быть, кто-то надорвался, может быть, кто-то в детстве его слишком напрягли, да, и он избегает вообще принятия какой-либо ответственности. Давайте помолимся, чтобы ушло вот это неправильное чувство справедливости нашей человеческой, потому что Бог обещал, что за мой труд здесь на земле вы получите награду. И не надо нам ожидать награды здесь. Аминь. Наши награды на небесах. Но я верю, что Бог и здесь нас не оставит. Написано, что Он заботится о нас постоянно. Давайте склоним наши головы. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Боже, разрушаешь всякую религиозность, Господи, в наших умах, всякое неправильное, Господь, мышление. Ты сказал в Своем Слове обновить наш разум, обновить, Господи. Я прошу Тебя, обновляй наш разум, Господь, чтобы никакие обиды не приходили, Господь, чтобы мы смотрели только на Тебя, Господь, только на Твой крест. И чтобы мы могли сказать, вот я, пошли меня, Господь, не желая никакой выгоды, не думая о том, что кто-то сделал больше, кто-то сделал меньше, Господь. Пошли нас, Господь, в этот мир, Боже, Господь. Дай нам быть свидетелями Тебе, Господь, здесь, как Ты заповедал, и до края земли, Господь. Дай нам, Господь, большие любящие сердца, Господь, готовые жертвовать, Боже, Господь. И меня всегда вдохновляют, Господь, когда я вижу, Господь, как мои братья и сестры, Господь, служат Тебе, Господь. Глядя на это, я еще больше вдохновляюсь, Господь. Пожалуйста, дай нам быть примером друг другу. Дай нам, Господь, не завидовать. Дай нам, Господь, не допускать мысли, что кого-то Ты благословляешь больше, а меня меньше. Я знаю, что Ты возлюбил каждого из здесь присутствующих. Каждого. Каждого. Скажи, Бог меня благословил. Бог меня избрал. Я Его любимый ребенок. И Он верит в меня. Он хочет работать через меня. Он хочет менять меня. Он хочет менять мое окружение. Вот я. Я готов, Господь, принимать от Тебя. Аллилуйя, Боже. Благослови нас, Господь. Благослови, Господь, сегодняшнее собрание. Мы молились во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. У нас еще, знаете, сегодня тоже такое свидетельство. Елена, мама Саши. Мы после водного крещения спустились вниз и стали молиться за крещение Духом Святым. И вы знаете, мы молились, она не заговорила на языках, потом спустился венцы, мы стали молиться за венцы, и к концу молитвы она проговорила, начала говорить. Я говорю, ребят, мы растем, когда мы служим.
Аминь. Когда мы начинаем молиться за других, когда мы начинаем двигаться, тогда Бог дает обновление, Бог дает нам больше и больше. Аминь. Аминь. Аллилуйя.